фестиваль «Турквижн». За звание золотого голоса тюркского мира борются 12 стран-участников, которые набрали наибольшее количество очков в полуфинале. Первый конкурс «Турквижн» состоялся в 2013 году в турецком городе Эскишехир. И все это ради популяризации тюркского музыкального искусства, расширения международных творческих связей и укрепления сотрудничества между тюркскими странами и народами. Цель данного мероприятия одна – это сплочение всех тюркских народов, объединение их, и чтобы наш общий язык, независимо какой он, узбекский, татарский, турецкий, либо казахский, чтобы он все время жил, чтобы все знали об этом и все время развивался. Организация этого масштабного шоу не обошлась и без помощи волонтеров. «Казан Волонтерс», собственно говоря, является активными участниками большинства мероприятий, проводимых в городе Казани, в республике в целом. Естественно, и данное мероприятие большое и грандиозное, не обходится без их помощи. Здесь они оказывают традиционно помощь людям, пришедшим посмотреть и насладиться этим шикарным фееричным шоу, помогают им правильно рассесться, дарят им свои улыбки, дарят позитивное настроение. Несмотря на то, что это конкурс, участники поддерживали и радовались успешным выступлениям друг друга. А среди болельщиков особо выделились в командах Казахстана и Кыргызстана. Также многие зрители пришли в национальных костюмах своего народа, что создавало более яркую атмосферу тюркского мира. Я очень рада, что именно в Казани, где мы учимся, происходят такие мероприятия и чувство гордости за свою страну. Я надеюсь, что это будет продолжаться и в дальнейшем. Я ощутила кусочек своей родины здесь уже. Титул победителя конкурса «Турквижн 2014» завоевала певица из Казахстана Жанар Дугалова. Она поет, сочиняет песни и стихи, снимается в кино. На второе место вышел исполнитель из Татарстана Айдар Сулейманов. Этно-шоу-проект «Заман», представлявший Башкортостан, занял третье место. На самом деле эмоции самые теплые, потому что я очень болел за Жанар. Эту песню я напевал каждый день. И я знаю, что она тоже училась в ГИТИСе, я тоже учился в ГИТИСе. И все равно наш любимый вуз победил. Вот. То есть мы, когда начинали и шли репетиции, мы друг другу сказали, мы, один из нас должен победить. Так и случилось. Я очень рад. Я очень рад, что она победила. Песня очень сильная. Второй международный песенный фестиваль «Турквижн» завершился на радостных нотках. Все участники поздравляли друг друга, фотографировались, и не было в этом конкурсе проигравших. Ведь исполнители за все время мероприятия стали одной большой дружной семьей. Аделя Валеева, Руслан Урманов, Универньюз.